Привет, я Бен Тавнер, и это London Blog. Атлеты со всего мира сейчас соревнуются в Рио. Но так как наш блог о совсем другом городе, давайте вспомним, как это было на Лондонской Олимпиаде 4 года назад. Добро пожаловать в Лондонский Олимпийский парк. Это вам, конечно, не Сочи, но Лондонская Олимпиада тоже влетела британцам в копеечку. 9 миллиардов фунтов. Но праздник удался. Одна из главных целей любой Олимпиады – это оставить после себя достойное наследие. Но что происходит с олимпийскими объектами сейчас? Такая олимпийская водичка, по крайней мере, не зеленая. Во время Лондонской Олимпиады было установлено 32 мировых рекорда. Игры прошли, но парк все никак не успокоится и продолжает ставить новые. Это смотровая олимпийская башня «Орбит», почти 115 метров. Проект скульптура Аниши Капура. Говорят, что это самая высокая арт-инсталляция страны, но это не единственный ее рекорд. В июне здесь открылись самые высокие и длинные горки в мире. И чтобы прокатиться, даже не нужно проходить квалификацию. Поехали! До 78 метров в длину и поворачивается вокруг башни 12 раз. Испортили прическу. Увидимся через 40 секунд внизу, если, конечно, я не поставлю новый олимпийский рекорд. Какой адреналин! Не знаю, что сказать. Вау! Отлично! Смотрите, с башни отлично виден весь Олимпийский парк. И там его жемчужина – стадион, который теперь перешел местной футбольной команде West Ham. В качестве хозяев игр на предыдущей Олимпиаде народы Британии смирили гордыню и впервые за 52 года выступили на играх единой командой. Но такое чудо, сами понимаете, не вечно. И в Рио никакой британской футбольной команды не будет. Фух, порядок восстановлен. К слову о футболе. На территории Олимпийского парка могло бы поместиться 357 футбольных полей. Но здесь было построено 9 олимпийских объектов. Некоторые площадки остались без изменений. А некоторые сменили ориентацию. Это медная коробка. В прошлой жизни она была стадионом для гандбола. Теперь это третья по величине концертная площадка в Лондоне. А некоторые объекты вообще убрали. Две трети трибун для баскетбола, или маршмеллоу, как его назвали, впоследствии нашли новое применение. Люблю потолки разглядывать. Особенно деревянные. Особенно, если древесина из Бразилии. Олимпиада. Это Лондонский центр водных видов спорта. Из 32 мировых рекордов, которыми прославилась Лондонская Олимпиада, большая часть была поставлена именно здесь. Кто знает, может, будущие спортсмены подцепят здесь олимпийский вирус. Надеюсь, только его. Мы с вами находимся в Олимпийском бассейне. Здесь проходят соревнования по прохождению надувных препятствий. Великобританию представляет Бенджамин Тавенер. Первое препятствие пройдено с честью. Обход стенки через узкий проход – это очень сложный элемент программы. Он выходит на финишную прямую. Но впереди самое сложное испытание. Он решает использовать веревку. И все. Великобритания не получит золото в этом году. Вперед, идешь и плывешь. Пока.